будет! Наконец-то я настоящий студент! Я ждал этого всю свою жизнь. Я на факультете страха. Ну что, первокурсники, прошу на экскурсию. Покажу вам наш университет. Эй, вас приглашает театр экспромта. Так, быстрей. Опаздывать первый день учебы нельзя. Лазовский, третий этаж налево. Твой сосед тоже с факультета страшил. Вообще, чего не стою? Классно зависаем. Джимми Салливан. Майк Вазовский. Ну вот все и знают друг друга. По-твоему, я не страшен? Мы в разных монстровых категориях. А лапы, лицо может прятать. Это ужас! Че, ты опять? Так вышло. Я такого, как ты, перемонстречу и не вспотею. Кошмар в плохом смысле. У, страшненько. Веселитесь, я в машине останусь песенки слушать. Итак, ответ? Ведро змей! Блестяще! Да я в два счета перестрашу этого умника. Страшить – это смысл существования монстра. Универ рулит! Там опасно! Нельзя туда! Сейчас же открой! Что вы здесь делаете? Не хочу опять в тюрьму! Скорей, скорей! Ремни! Ну все, газу! Кому желательно резинки? Еще! Пора меха и мускула! В зал 100 лет не ходил. Да, я тоже. Неохота фигуру портить.